соседней Хорватии меня не так интересуют пляжи, города и острова, как ее природные красоты и заброшенные военные объекты. Именно две таких локации по соседству мы и посмотрели в этот раз. Самый большой нацпарк – Плитвицкие озера и самую дорогую и секретную когда-то авиабазу Югославии – Желева. Этот секретный объект носил название «Объект 505». С Плитвицкими озерами совмещается прекрасно, находится буквально в 15 минутах друг от друга. В этом видео вы узнаете, как пробраться к шикарным водопадам бесплатно. Ноль очереди, никого за моей спиной, а вот вход за билетами. Где найти вход в туннели подземной авиабазы? Конечно, это не единственный туннель, их тут несколько. И во что превратили военный самолет туристы? О, приветик! Я, кстати, впервые в кабине пилота, причем такого военного самолета с историей. Мы как два нищеброда идем на Плитвицкие озера посмотреть за бесплатно. Ну, встали. А так сегодня? Ладно, мы завтра заплатим. Видите, вон там дорожка. Там слышны водопады. Проходим через лес. Ищем глазами эту тропинку. Пробуем не порвать куртку. Но что за бесплатно нам не будет, так это кораблик. Поэтому завтра мы пойдем через официальный вход. А сегодня вот так вот через лес. Так вот панорамные точки оборудованы. Подходишь и бесплатненько смотришь на водопады. Не, сюда бы, конечно, дрон притащить надо было. Шлагбаум невероятный там, да. С трассы вы увидите много таких лазеек к верхней тропе над озерами, откуда легко спуститься к любым водопадам вниз. Но почему же мы на следующий день пошли платно, спросите вы? Нам хотелось посмотреть все изнутри. А вдруг что интересное мы упустим? И знаешь, что самое приятное? Ноль очереди, никого за моей спиной, а вот вход за билетами. Если вы приедете на Плитвицкие озера летом, тут будет катастрофа. Но еще вторая приятность – цена. Сегодня у нас 10 евро один билет. Вот если вы в июле, в августе приедете, 40 евро Плитвицкие озера. Это, конечно, катастрофа. На двоих или на семью. А сейчас покажу, что же включает этот билет. Не только обойти нам водопады, а еще и покататься на корабликах из точки А в точку Б попадать. И вот такие вот автобусики тоже возят в разные пункты. Благодаря билету можно воспользоваться. Без билета катать вас не будут. Что ж, стартуем. Пошли. Если вы отправитесь на Плитвицкие озера летом, то я рекомендую купить билет на сайте. Их продают определенное количество на каждый день. А иначе длинные очереди в жару, ну либо разочарование от отсутствия билетов вам не избежать. Ссылку на покупку билетов я оставлю в описании. Андрюха, иди сюда, иди сюда. Ага. На брод. На брод идем. Озеро, пешице. Ага. И панорамский влакич назад. На кассе нам сказали идти по маршруту F, по нижним каскадам. Ну а верхние тропы были завалены после урагана и закрыты в наш день. Но мы не расстроились. Часть пути проплыли на кораблике, а потом пешком отправились в сторону самого высокого водопада во всей Хорватии. Пахнет вообще, пахнет весной. Ждем наш кораблик, их тут несколько. Я знаю, что все они на электричестве работают. А здесь нет на бензине никакого транспорта. И что самое интересное, так было всегда. А раньше, когда только открыли нацпарк, лодки на веслах перевозили где-то до 12 человек в одной лодке. Я знаю таких капитанов, которые работают здесь всю жизнь. На кораблике, честно, ехать скучно, практически ничего такого интересного не происходит. Ну и дальше мы идем прогуливаться по тропе к водопадам, которые, в принципе, вчера бесплатно видели с панорамной точки сверху. Поэтому пойдем отрабатывать 10 евро. Кстати, мы с Андрюхой поняли, что если бы мы не заплатили за билет, а зашли бы сюда бесплатно,
то не заставили бы себя долго гулять по этим тропкам. Очень быстро бы вернулись в машину. А так, хочешь не хочешь, отрабатывать-то надо, понимаете? Идем, тропиночка вон. Красиво. Пчелины у нас тогда были в мае, не хуже ведь. Ну скажи, что в Черногории не хуже, просто они, может, в меньшем количестве водопады. Черногория лучше, потому что они домашние, свои. Свои бесплатно. Ты как турист, понимаешь? Ну что, так ты оделся как турист, выкуливаешься как турист. Эмоции получаешь. Надо знать, что у соседей здесь находится. Проверить, да? Мало ли что получше, поинтереснее. Смотри, что от ветра случилось, да? Вот почему нас не пустили на верхние водопады. Много веток повалило еще. Ребят, это огромная территория, самый большой национальный парк Хорватии. 30 тысяч гектар практически, 140 водопадов. И что самое интересное, они меняют свое количество из года в год. Второй интересный факт касается водной поверхности. 16 каскадных озер и более сотни водопадов составляют всего 1% от всей площади огромного заповедника. Но они, конечно, являются самой посещаемой его частью. А 3/4 парка покрыта буковыми и еловыми лесами. Здесь проживает масса диких животных и птиц. Третий факт. Главный символ национального парка Плитвицкие озера вовсе не водопады, а медведь. Именно морда косолапого изображена на логотипе заповедника. Бурые медведи предпочитают проводить время в местах, где нет людей, поэтому не бойтесь их встретить у водопадов. Совсем недавно, в марте 23 года, сюда завезли шестую рысь, самец, скарпат. Из Румынии специально был завезен, чтобы возобновить эту экосистему с рысями. На территории Словении и Хорватии сегодня их находится 110. Ну а вот на Плитвицких озерах 6 рысей. Для меня это как динозавры, честное слово. Пятый факт. Плитвицкие озера стал самым популярным национальным парком в мире, согласно запросам в Google за 2023 год. А еще напомню, что с 1979 года этот заповедник включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Подошли к речушке, и тут интересное объявление. Первый раз такое вижу. Написано: «Пожалуйста, не кидайте ваши деньги. Природу они совершенно не интересуют. Не загрязняйте природу. А хотите дать денег – лучше в другом месте их заплатите». Забавно, да? Вот так вот. Это просто вау! Слушай, за нашей спиной еще больше водопад, еще выше, представляешь? Это хотя... Мне немного страшно, обрыв. Я не знаю, сколько, 30 метров вниз, да, он падает? Офигенный, просто офигенный. Ты представляешь, это самый большой водопад в Хорватии. 62 метра, и он доходит до 87. На Плитвицких озерах есть масса запретов. Нельзя рыбачить, ставить палатку, разводить костер, кататься на велосипедах, даже рвать цветы. Ну и самое неожиданное для вас – нельзя купаться в озерах и водопадах. Хотя в летнюю жару эта мысль появится у многих посетителей, но держите себя в руках. Не скажу, что Плитвицкие озера нас с Андреем поразили. Водопадов мы видели много. Скорее, нам понравилось устройство всего парка, как продуманы маршруты и низкая цена вне сезон. Ну и самый высокий водопад, он, конечно, был хорош. Честно, я такое только на Бали видела. Там, правда, было 100 раз теплее, можно было купаться. Но ничего, все равно красиво, воды много. Ты знаешь, что я поняла про Хорватию? В принципе, у Черногории тот же конек.
Им не грозит засуха, как в Африке. Вот чего-чего, а воды нам хватит надолго. Ну а что не понравилось? Китайцев даже в конце марта было очень много. Ну а мы поехали к нашей второй локации – авиабазе Жэлява. Добрались мы с вами до самого секретного места в экс-Югославии. Это военная подземная авиабаза Жэлява. Она спрятана внутри горы Плешевица, на сегодняшней границе Хорватии и Боснии и Герцеговины. На ней располагались истребители МиГ-21 с целью защиты западной части воздушного пространства Югославии. Но по факту самолеты использовались в 91-м и 92-х годах во время военных конфликтов в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговины. Секретная авиабаза состояла из комплекса туннелей и помещений, которые служили для эксплуатации и управления аэропортом, а также в качестве места жительства для сотрудников на случай, если Жэлява подвергнется атомной атаке. Также здесь находился центр слежения за полетами авиации НАТО в соседней Италии. Она была построена с 57 по 65 год. И потрачено денег неимоверное количество. Это 6 миллиардов американских долларов. Вы знаете, что в сегодняшней Сербии и Хорватии военные бюджеты вот вместе взятые в 3 раза меньше. То есть это колоссальные деньги. Конечно, это не единственный туннель, их тут несколько. Огромная территория с казармами, с какими-то необходимыми помещениями. Это был очень секретный объект, но, скажу, не единственный в Югославии. В Черногории тоже находился под названием Шипчаник. Подобная история, что в холме вот в таком вот была спрятана авиабаза. Но ее разбомбили в 99-м году, и сегодня там находится винодельня Плантажа, и вы можете попасть на экскурсию и посмотреть хотя бы на туннель, и там хранятся вина. Кстати, мне кажется, хорошее потом, да, как это, переформатирование военной истории, военного объекта в такой человеческий. Ага, вот это наша штука. Вы видите, да, что произошло от взрывной волны, когда сербы уходили, взорвали все, и вход прям вынесло частично. Здесь находятся 4 входа, и система тоннелей имеет общую длину 3,5 километра, достаточно много. 3 тоннеля служили для вывоза самолетов, и потом взлетные полосы сразу выходят. Напомню, сегодня Босния и Хорватия находятся на границе этих взлетных полос, поэтому никто из них Жэлява не может использовать как-то официально под туристический объект, поэтому, в принципе, это брошено. Вот эти ворота, которые закрывают тоннели, которые разворотили взрывом, они отъезжают вот в эту шахту. А, видно, проемчик такой. Прикинь, прям специально продуманное, да, помещение под ворота, офигеть. Ну, ты посмотри, какие ворота, какая толщина. 100 тонн весили они, каждая. 100 тонн. В принципе, все вот эти аэродромы, военные объекты, множество бункеров от ядерной войны Тита строил в момент холодной войны. И конкретно вот эти туннели могли выдержать удар падения 20-килотонной бомбы, ядерной, естественно. Этот секретный объект носил название «Объект 505». Ну а мы в народе называем его «Жэлява» по этому месту. Интересно, что эти туннели хорошо внутри сохранились, сами конструкции вот эти бетонные. Но внутри, конечно, все абсолютно сгорело, все, что было.
Помимо того, что югославская армия в 91-м все взорвала, чтобы никто этим не пользовался из их врагов, я имею в виду и хорватов, и боснийцев, в 92-м еще и армия республики, как она себя называла, Сербская Краина, она тоже еще раз подзорвала туннели. И совсем рядышком за этой горой находится уже боснийский город Бихач, и они испытали в этот момент землетрясение, потому что 56 тонн взрывчатки. То есть из туннеля еще где-то полгода шел черный дым. Вот такая вот история. Но сегодня, пока мы тут находимся полчаса, я вижу несколько машин, кружит, все исследуют, смотрят, гуляют. То есть место стало магнитом для любителей подобных военных заброшек. С Плитвицкими озерами совмещается прекрасно, находится буквально в 15 минутах друг от друга. И что, если будете, обязательно посетите. Полетели, как самолетики, тогда в Югославии. Приехали мы в личко Петрова села, петухи кричат, деревня живет, поля сеют. Я думала, абсолютно брошенный край, честно говоря. Но нет, народ постепенно вернулся, несмотря на 30-летней давности войну и страшное заминирование этих территорий. И вот этот плакат за моей спиной говорит о том, что Европейский Союз давал деньги на то, чтобы разминировать территорию данного региона. И когда я готовилась к путешествию на Плитвицкие озера и в этот регион заброшенного аэропорта Желева, я узнала, что где-то в феврале месяце 23-го года два сапера, мужчина и женщина, примерно моих лет, попали на мину 30-летней давности, умерли оба. Все еще живы эти военные раны здесь. Кстати, многие говорят, что в леса не советуют ходить, за грибами тоже, пожалуйста, не ходите, несмотря на эти красивые елки. Народ здесь подрывался достаточно часто. Смотрю, дерево поломанное, ну какие-то бубочки. А это верба наша самая настоящая, ее на Пасху как раз рвут. Давай сорвем букетик, она очень хорошо долго стоит. Смотри, сколько ее много. Среди всего этого кошмара, этих заброшенных всех зданий, посмотрите, какую красоту мы себе сделали. Смотри, какой самолетик. Самолет, конечно, инстаграмный. Пойду залезу. А вы знаете, мне нравится, что такие военные объекты, брошенные, люди превращают в арт-объекты. Пойдем посмотрим, что осталось внутри. Военный самолет «Дуглас» использовался для перевозки десантников. Йосип Броз Тито, правитель Югославии, получил его в подарок в конце Второй мировой войны. И интересно, что после Югославской войны 90-х лет он очень хорошо сохранился. Ну, приветик! Я, кстати, впервые в кабине пилота, причем такого военного самолета с историей. Правда, к 23-му году, как видите, вынесли с него практически все и обклеили наклейками. Так что сегодня это стал аттракцион для туристов. По мнению знатоков, самолет «Дуглас» простой в механике, отлично сделан и может служить своему назначению даже спустя 70 лет. Вот как, к примеру, сегодня он используется в Африке для перевозки грузов. Слушай, бомбически. Мне нравится, что он такой яркий арт-объект. Каждый клеит свою рекламу. Мне жалко стало, что мы никакую наклеечку не взяли. То есть я бы приобщилась к этому делу, но нечем, просто нечем. Тут самое главное, кстати, на Желеве не попасть на границу. Тут два пограничных пункта рядом, и хорватский, и боснийский. Можно прямо с пограничниками встретиться, если не по той полосе поехать. Поэтому изучайте карту, где что находится. Если вы хотите узнавать о других локациях в Хорватии и Черногории, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео.